Где я? Где Резнов? Ты будешь отвечать на наши вопросы. Понял? Вы кто вообще такие? Это не важно. Важно, кто ты такой. Пошел как ты! Как тебя зовут? Где ты родился? Москва, Россия. Тебя зовут Алекс Мейсон. Ты родился в Фэрбэнксе, штат Аляска, в 61-м. Ты служил в ЦРУ, в команде ликвидаторов, известной как Операция 40. Это так? Это так? Да. Где находится станция радио? Я не знаю, о чем вы говорите. Цифры, Мейсон. Что они означают? Откуда их передают? Ничего я не знаю, ни про какие цифры. А как насчет Драговича? Помнишь его? Расскажи нам то, что мы хотим знать, и мы гарантируем тебе безопасность. Так, начнем сначала. Куба, 61-й год. Залив свиней. Мы знаем, что ты там был. Нет. Не дури мне башку, Мейса! Я знаю, когда ты врешь. 61-й, залив свиней, что там было? Там всех убили. Враг бесполезно, Мейсон. Мы знаем, что там был ты, Вудс и Боуман. Вудс. Боуман. Драгович, ты помнишь Драговича? Кастро. Мы хотели убить Кастро. Скоро сюда заявится полиция. Надо торопиться. Вудс, как жизнь? Живу, Карлос. Боумана помнишь? Карлос. Это Мейсон. Карлос. Достал, что надо? Он будет здесь, на плантации. Моей плантации. Нападение на аэродром отвлечет их, а вы войдете внутрь. А что потом? Вас заберет транспорт. Успейте только. Отлично. Мы не одни. Saca los papeles. Ahora. Sal de aquí, puta capitalista. No me toques, hijo de puta. ¿De dónde tú eres? Я сказал, откуда вы? Не дергайся, Вудс. Жди. С тобой говорю. Ладно, все готово. Собирайтесь. Извини за бар, Карлос. Нет проблем, мы разберемся с телами. Люди выходят из машин. В руках дробовики. Боуман, Карлос, прикрывающий огонь. Будем пробираться через улицы. Мейсон, ко мне. Пошли. Жми!
Уходите нахрен с дороги! Он сейчас вырвется. Мейсон, ты сбежал от ополченцев. Началась высадка войск в заливе свиней. Ты направлялся в комплекс Кастро. Мы его теряем. Давай еще раз. Выбора нет. Какого хрена? Вот и комплекс. Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Уже сейчас. Это сигнал. Цепляйся! Вот так. Цепляйся! Внимание. Держаться вместе. La invasión empezó. La pista de aterrizaje está bajo ataque. Отлично, они все отвлеклись на аэродром. Впереди конвой, не вступать в бой. Тихо, пусть пройдут мимо. Фоман, заходи слева. Подвигаемся. Мы пытаемся убрать его уже 3 года. Сегодня нас ждет успех. Держаться вместе. Прикрывай!
происходит? Б-26. Похоже, сами не знают, что бомбят. Спокойно. Мы по-быстрому. Цель должна быть впереди. Вас понял. Приготовились! Чего ты ждешь? Давай! Догоре! Комино! Комино! Оман, гнездо пусто! Идем дальше! Нужно поторапливаться! Сейчас Б-26 начнут бомбардировку! Цель должна быть впереди. Вас понял. Внутри движения. На позицию. Ну вот. История в наших руках. Вот так, сука! Он прячется за людьми, а она его защищает! Сторонники Кастро и есть фанатики, готовы умереть за него. Оман, цель поражена! У Карлоса проблемы. Они еле держатся. Они просили на всей кубинской армии. Б-26, беру к ним от цели. Перехожу в главный коридор. Ладно, мы скоро будем. Вперед! Место! Оман, заходи справа! Вас понял. Обеданьяну! В следующий раз убьем. Плантацию. Вот и аэродром. Надеюсь, Карлос удерживает самолет. Он нас еще не подводил. Повстанцев вот-вот перебил. Спускайся скорее, цепляйся. Вперед! Сейчас все рухнет! Свали отсюда! Живо! Самолет под контролем? Самолет готов, но при взлете нас разнесут на куски! Это потом разберешься! Мы уходим! Живей! Мы не можем больше ждать!